Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу снять ролик о новогодних подарках, возможно, о подарках на Рождество, кто празднует и живет в Европе. Ну или, возможно, у кого-то будут дни рождения, знаменательные даты, события. Хочу вам порекомендовать хорошие идеи для подарков, мне так кажется, чтобы праздники были запоминающимися, видно, что вы готовились к ним, ну и так далее. И пока я готовилась к ролику, пожалуюсь один раз, особенно я на камеру никогда не ною, вчера малыши разбили мой телефон. Поэтому я сейчас села снимать ролик, пока телефон работает. Наплакалась вчера, ну потому что для меня телефон, знаете, я могла бы с Nokia 7200 ходить, но для меня это как рабочий инструмент, камера. Вот меня приглашали на закрытый показ в ЦУМ, на фильм о женщинах. И я снимала, фотографировала, то есть это часть моей работы. Я вчера так наплакалась, так обидно было. Мне еще, знаете, такое было как предчувствие. Ну вот, думаю, ну вот осталась такая тяжелая полоса в жизни. Думаю, это еще телефон разбить, вот последнее, что у меня есть. И как-то я вот об этом два дня думала, старалась мыслить и гнать от себя. И вот я как просто чувствую заранее. Мне еще сон такой странный приснился. Снятся котята с оторванными лапками. Именно два котенка. И я не подумала, что это именно вот, ну, мои смогут такое натворить. Просто еще, знаете, там говорят, ну хорошо, что Бог забрал деньгами, там, нездоровьем. Ну, у меня уже просто все сломано. Стул скрипит. MacBook, сломали они мне матрицу. Я пошла делать iPad, который экран год назад сломали, и поставила дешевый чехол. Ну, у меня порвался на айфоне. И поклеила пленку. И вот, девочки, не экономьте. Пойдите лучше, ну я не знаю, с каких, с последних денег, не с последних, купите хороший чехол. Просто если был хороший чехол, то телефон остался бы целый. Ладно, сейчас буду плакать. Просто нет времени ждать до хорошего настроения. Думаю, сниму ролик, пока работает телефон. И первое, о чем я хочу рассказать, вы же знаете, я такая, люблю всякие интересные штуки, то телескопы, то проигрыватели виниловых пластинок. И вот первое, что мне тоже так очень сильно хочется, но этот подарок подойдет и мужчине, и ребенку. Я буду вставлять картинки, которые я найду. В основном я всегда покупаю технику на розетке. Но вы можете смотреть где угодно. Ссылки на модели по характеристикам и так далее я тоже оставлю на все, что я рассказываю. В общем, будут ссылки в описании и картинки. Первое – это проектор кино. Во-первых, я на сайте нашла детский проектор, который есть цветной, хороший. Его можно включать в детской комнате, делать проекцию на стену, и будет показываться мультик. Во-первых, они не будут близко сидеть. Вы можете выбирать мультики, которые они будут смотреть, не вот эти вот всякие чушь. Боже мой, как посмотрю, сколько снимают для этого Ютуба, для детского контента. Я просто в ужасе. И миллионы просмотры. А вы будете выбирать сами, какие мультфильмы смотреть, и это будет так вот интересно, что за счет игры, преломления света и так далее, в полной темноте можно смотреть, просматривать какие-то хорошие кинофильмы, мультики, очень по-семейному, и цена очень-очень доступная. Можно там также использовать и для видеоигр, но меня прельщает именно функция, как для просмотра кино. Такой домашний кинотеатр, вообще красота. И я почитала, ну, которые более серьезные модели, знаете, взрослые эти проекторы кино. Можно делать проекцию даже на обои, если там какой-то рисунок. Можно даже и на обои делать проекцию. И, ну, у меня тут вообще, в принципе, обои одноцветные, есть белый шкаф, и я бы себе очень хотела такой проектор. Там есть также встроенные колонки. То есть ничего дополнительного покупать не надо, единственное, треногу, ну, либо на что-то ставить, там, допустим, на стол. Этот проектор, мне кажется, любому мужчине понравится. Вы же знаете, им нравятся сложные подарки, где нужно разбираться, читать инструкцию, что-то там недопонимать, да, купить какие-то, ну, к примеру, я говорю, там, батарейки, шнурочки, и вот эта целая катавасия потом будет долго длиться. А вот, но я найду модели, где все входит в комплект. Конечно, есть цены очень высокие. Ну, я там запредельные цены смотреть не буду, хотя у меня здесь такие подарки. Знаете, я прям не привязывалась к бюджету. Я решила себе гульнуть в этом видео, потому что девочки и мальчики смотрят разные. У каждого свой, так сказать, кошелек. И мне хотелось найти просто интересные идеи и поднять настроение. Конечно же, всегда можно подарить и парфюм, и так далее. Каждый знает свою вторую половину.
Очень хорошо. Кто-то дарит на все праздники телефоны. Ну вот, дальше. Продолжение мужских подарков. Это очки виртуальной реальности. И они также могут идти в комплекте к проектору кино. Но либо как отдельный подарок, потому что очки виртуальной реальности также, ну, это такой очень дорогостоящий подарок. И любому мужчине это будет мега-мега приятно. Кроме очков виртуальной реальности, я могу вам также порекомендовать, если мужчина увлекается подводным плаванием, различные подводные маски с трубками и так далее. Это тоже очень интересно. Обращайте внимание на хобби, рыбалка, охота, боевые искусства и так далее. Теперь дальше для девочек. Это очень интересные куклы. Во-первых, они сделаны с душой. Во-вторых, их делают сестры-близняшки. А у меня особое отношение к близняшкам и двойняшкам, вы знаете. И то, что вот сделано от души, и меня вообще манят эти истории, когда люди зарабатывают деньги тем, что они больше всего любят в жизни. Ой, сейчас буду плакать. Когда их вот движет мечта и желание делать мир лучше. Ну, в общем, очень интересная история у этих сестер. Если найду, оставлю ссылки на статьи, где описано о их работе, как они учились, как они к этому пришли и так далее. А, кстати, Готье любит очень этих кукол. Ну, я думаю, что у них много приверженцев, если уже люди коллекционируют эти куклы. Они очень дорогие, конечно же, коллекционные. Цена куклы, по-моему, от 1000-1500. Это без, допустим, там одежды, как базовая комплектация. Вы можете дополнительно покупать различные волосы, парики, различный макияж, кисти рук, ног и различную одежду. Ну, это тоже еще составит вам комплект. Знаете, как мы, девочки, любим все подороже. Какую одежду не возьми, самая дорогая. Так и для куклы. Еще где-то на 1000 долларов. Я ставлю картинки этих невероятных красивых кукол. Я вот представляю, такая кукла сидит в интерьере, и как она красиво все озаряет, украшает, дополняет вокруг. Главное, чтобы не было шкодных детей рядом, иначе кукле придет конец. У девочки решила видео снять про помады. Вы там увидите все мои помады, коллекцию. На каждой оставлен след. Да, я не сказала, что это сестры-близнецы, фамилия Поповы, Лена и Катя. Они из Перми. Размер куклы 41-50 сантиметров. И на каждой кукле есть татуировка бабочка. Это, знаете, как вот их штамп, что эта куколка принадлежит именно им, их бренду. И уже бренд очень-очень известный, конечно же, из-за высокого ценового уровня. Но ручная работа, она не может стоить дешево. Ручная работа не может стоить дешево. Поэтому мне захотелось просто, мне кажется, даже приятно на них посмотреть, почитать, полистать. Ко всему красивому тянется просто душа. Далее, опять для мужчин. То, что связано с техникой, в этом нужно долго разбираться. Это очень необычный подарок. Нейрогарнитура. Я название не буду, ну, называется Puzzle Box Orbit. Даже мне тяжело, вот как женщине об этом всем говорить, но это очень интересное приспособление. Это не только игрушка, а еще этот набор предназначен для того, чтобы тренировать мозг, его способности, чтобы он был, знаете, как тренированная мышца, так назовем. Это управляемый силой мысли оператора, как вертолетик. Он находится в шаре. Боже мой, я вставлю картинки. Вы, мужчина, одеваете на голову специальное приспособление, и когда мозг посылает сигналы, объект движется в пространстве. Вот что вы ему, какую команду даете, туда он летит, идет к вам, отдаляется вверх-вниз, и при помощи этого развиваются способности мозга. Я не могу сказать, что этот набор стоит слишком дорого, нет. Обратите внимание, возможно, мне кажется, у кого проблемы с памятью, либо еще что-то. Возможно, отцам будет такой хороший действительно подарок, и очень интересный, нетривиальный и так далее.
Есть даже ссылки на видео на YouTube. Я, если найду, вставлю обязательно. Дальше. Уже такие подарки пойдут также для мужчин, но они не дорогие. Такие подарки могут пойти в комплекте с каким-то парфюмом, с какой-то книгой от Познера, да, там коллекция его книг. Гоняюсь, не могу найти эти книги. У нас не продают. Например, электроштопор. Ну, вы же знаете, мне кажется, такому подарку мужчина будет рад. Они же как дети. Электроштопор для того, чтобы открывать вино. Там идет в наборе такие ножнички, которые срезают верхнюю упаковку с пробки. И дальше уже штопор работает автоматически. Светится лампочка, пока он работает. Потом светится другим цветом, когда уже можно открывать бутылку. И дальше интересный процесс извлечения пробки из штопора. Это вообще, это, мне кажется, не подарок, а будет просто какая-то отдельная история, мистика и так далее. Дальше, следующий подарок, еще один можно, также и для мужчины, особенно вот в холодное время года, очень актуально. Это смарт-чашка с подогревом. Потому что многие мужчины работают в офисе, большие начальники, начальники поменьше, у них никогда нет времени на себя. Скушать правильный обед, чтобы не болел желудок, и выпить горячий чай, кофе и так далее. Постоянно он выпивается либо слишком горячим, либо слишком холодным. Поэтому, мне кажется, такой подарок будет, ну, как забота, проявление вашей любви. Знаете, такой подарок со смыслом. Там идет чашка с блюдцем и выходит на оптимальной температуре. Он может выставить, какая ему нравится, и будет подогреваться напиток. То есть ваш молодой человек, муж, папа, не знаю, самый дорогой мужчина для вас, будет всегда пить горячий чай. Далее какой-то можно подарить такой подарок, ну, например, как для меня всегда были интересны круизные путешествия для двоих, потому что как бы не только, да, там вот материальное, что-то можно пощупать, сохранить навсегда, либо не навсегда, но также очень важно создать хорошие эмоции, впечатления, особенно если были какие-то тяжелые периоды в жизни, да, создать новое будущее, создать хорошие эмоции, проявить заботу к любимому человеку. Можно подарить круизное путешествие, мне кажется, это очень романтично. Есть на различное количество дней, там, по-моему, от 5-7 ночей до более 10 и так далее. В основном идут круизы из Испании, и уже идет бронирование на 2021-2022 год. Знаете, как в фильме «Мирный воин», да, там пока вот это коронавирус, все так сейчас тяжело, как в фильме «Мирный воин». Они поднимались на эту гору, поднимались, и когда дошли до этой горы, ну ты понял, говорит, в чем суть? Они говорят, так в чем мы сюда поднимались? А потом, говорит, я понял, важен путь, а не цель. Так вот это и в этом, знаете, круизе будешь ждать там год-два, пока можно будет поехать, и вот это будет наиболее сладкое ожидание до того, как вы получите этот сам сюрприз. Это, мне кажется, тоже вот очень важно, когда вы чего-то очень долго добиваетесь, и потом получаете истинное наслаждение. Вот этот вот путь очень важен. Так о чем это я? В общем, есть туры, круизы. Такие страны можно посетить, как Испания, Италия, Франция, там Каны, по-моему, останавливаетесь, и вот там будете гулять. В каждом городе останавливаетесь, и есть такие круизы, когда целые сутки в этом океане, в море вы будете проводить. Это невероятно романтично и нетривиально. Уже самолеты эти всем надоели. Понимаете, ну после коронавируса, наверное, не так надоели. Но я имею в виду, что как-то на кораблях вот не так часто путешествуют. Это вот что-то такое вот с изюминкой. И есть круизы. Смотрите, как я увлеклась. Я уже и забыла про свои печали. Я уже веселая. Disney Dream. Ну, это, мне кажется, будет интересно для детей, либо вы, если любите мультики, как девушка. Но для серьезного мужчины вот эти вот Disney Dream я не уверена. А вот если с семьей путешествовать, то вполне. Я вставлю фотографии, там, конечно, все вместе. И отдых, и дискотека, и все в этом корабле. И цены от 600 УЕ. Вот только я не знаю, это за человека или за двоих. Наверное, за одного человека. Ну, то есть цены приемлемые. Цены приемлемые. Плюс можно поехать в Испанию, там побыть несколько дней и вот провести такой круиз. Кстати, есть круизы и из Одессы, но я их не читала, что входит в те круизы. Я вот какие-то такие смотрела. Заморские.
Дальше, следующий, это, мне кажется, самый дорогой подарок, который я нашла. Ну, это, знаете, для таких мужчин, которые в душе всегда дети. Это электроскейт. И я даже нашла бренд New Heel RX. Я не уверена, что я правильно произношу. Это серфинг на суше. Ну, это для таких вот реально людей, которые живут на адреналине. Уже, знаете, эти самокаты, это уже все-все есть, никого не удивить. Стоят на каждом углу, по крайней мере, в Киеве можно брать в аренду и кататься. А вот это новое слово в экстриме. Но стоит сумасшедших, конечно же, денег, но это так, как идея, по крайней мере, я решила показать. Далее, девятое, то, что мне самой тоже очень хочется приобрести какие-то красивые, очень красивые шахматы и играть по вечерам. Мне кажется, это будет тоже очень хороший подарок. Есть же различного класса шахматы, очень такой тоже ручной работы, красиво сделано, каждая деталь, цветовая гамма, каких только нет. Ну, я знаю, что шахматы часто дарят на такие вот презенты, и я не могла не включить в этот ролик именно шахматы, потому что, как говорится, и самой хочется, и думаю, знаете, в эфир так буду мысли, чтобы становились материальными не только плохие, как про телефон, но и хорошие. К шахматам можно также книгу подарить о том, как играть в шахматы. Ну и вообще, это же развивает мозг. Это очень древняя, по-моему, это самая древняя игра, которая есть в мире. Ладно, не буду начинать я рассказывать про шахматы, потому что это будет очень-очень долго. Дальше подарок, который точно только, наверное, для женщин возможен, это винтажные украшения. Девочки, я оставлю ссылку на девушку. Я очень давно за ней наблюдаю в Инстаграм. Честно сказать, никогда ничего не покупала, потому что, как в Кастанеде, всегда есть что-то более важное. Но, наверное, если бы ее магазин был где-то в Киеве, что я могла бы, знаете, как вот посмотреть, я бы точно бы не удержалась. Хотя я часто захожу к ней на страницу, любуюсь этими украшениями. Я оставлю ссылку, подписывайтесь на ее Инстаграм. Замечательная девушка, она проводит прямые эфиры, покупает кучу литературы. Она вот именно увлекается винтажными украшениями. До такой степени специалист, она профи в этом деле, что я просто преклоняюсь перед ней. Очень красивые, эксклюзивные украшения. Там даже есть и золото, и из этих изумрудов кольца. Очень красивый. Мне очень нравится винтажный Dior, винтажный Шанель. И увидела я винтажную брошку в Сен-Лоран. Девочки, это просто невероятной красоты брошь, которую можно использовать как брошь, как ремень. И вы будете такая одна. Вот что-то винтажное обязательно должно быть. И мне кажется, такой праздник Новый год замечательный. И вот винтажное украшение как нельзя кстати будет. Под елкой, в красивой упаковке. Так вот очень знаково. Знаете, как семейная реликвия, переходящая там из поколения в поколение. Она живет, по-моему, в США, не в Англии, в США. И она вот там конкретно увлекается винтажными украшениями. Antiques by Anna называется ее Инстаграм. Я вот серьги смотрю Dior, очень мне нравятся красивые такие массивные украшения. Вот прям видно, что это не новодел, а вот тех времен. То, что можно купить на Bodo или Bodo, у них часто собраны очень интересные подарки. Я, по-моему, в прошлом видео говорила, такие как вождение вертолета. Это очень такой дорогостоящий подарок, но это очень интересно, если ваш мужчина уже, знаете, покорил сушу, воду и так далее, осталось покорить только небо. А вождение вертолета, вот именно прям мастер-класс. Можно, конечно же, если вы обладаете такими средствами, но я не знаю, насколько это хорошо мужчинам дарить такие дорогие подарки. Если он сильно хочет, можно и оплатить обучение на вертолете, но это, даже не знаю, сколько сейчас это стоит, это очень дорого. Я не уверена, что это очень хорошо дарить мужчинам такие дорогие подарки. И есть путешествия, да, там, если не до корабля сейчас из-за коронавируса, если там еще не до чего-то, то путешествие в старинный замок Украины. Я даже смотрела, есть ролики на Ютубе, у меня была мечта посетить этот замок. Я уже думала поехать с подругой, может быть, в этот замок, отдохнуть там именно с ночевкой, там завтрак в этом замке, отдохнуть в старинном замке. Ну, мне кажется, это вообще не тривиальная идея. Это сверхинтересно ощущение.
плюс с какой душой вы это все дарите, это очень запоминающееся, интересно бы было снять ролик об этом, но очень подорожало это путешествие, я решила, что пока мне, тем более учитывая последние события с компьютерами и телефонами, вообще не до этого. Вот такое вот интересное путешествие есть в замок, и между прочим же девочки даже снимают на ютубе ролики про это. Но об этом я узнала еще 2 года назад про этот замок. Поэтому на Бодо я иногда так хожу и интересуюсь, что там вообще есть. Дегустация вина, возможно, как подарок. Но главное, чтобы этот подарок плохо не закончился. Там можно так надегустироваться, что меру, чтобы знать. И еще, повторюсь, я уже говорила в прошлом видео про подарки, а можно сделать анализ ДНК после слюне. Ну, даже вот Васильев рассказывал в этом «Эмпатия Манучи», что он делал тест по слюне. Я согласна, это очень хороший подарок. Можно найти, например, почему человек любит Италию, да, там увидеть 0,01%, что были родственники из Италии, либо там любой другой страны. То есть смотрится этническая принадлежность. Мне кажется, у меня там такая гремучая смесь, столько всего намешано, что интересно было бы сделать такой тест. Все. Наверное, это все подарки. Пишите, какие у вас есть еще идеи. Конечно же, безусловно, можно всегда девушкам дарить. На самом деле, Cartier, Tiffany и так далее. Это всегда беспроигрышный вариант. Итак, я надеюсь, что вам видео понравилось. Я уже под конец видео так развеселилась. Все ссылки я оставлю внизу. Что еще хотела сказать? Инстаграм свой оставлю внизу. Подписывайтесь. Я вообще люблю больше YouTube, вы знаете. Мне больше нравится здесь общение. Я вам желаю хороших праздников, хороших подарков, не только материальных, но чтобы и близкие вас любили, ценили, не только в предстоящие праздники, а вообще, чтобы каждый день был по-особенному теплым, приятным и хорошим. Ай, сейчас расплачусь. Все, девчонки, до скорой встречи. Всем пока.